среду в Самарской области облачно и пасмурно, местами пройдет дождь, возможно гроза. Плюс 27, плюс 30 днем, ночью 21-23, выше 0. Ветер северный, северо-восточный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани тучи, дождь с грозой, днем плюс 25 градусов, ночью плюс 22. Северный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой дождь, гроза, днем плюс 28, ночью плюс 23 градуса, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, плюс 28 в дневное время, ночью плюс 22, ветер восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 46%, геомагнитное поле слабо возмущенное, температура воды в реке Волга 24 градуса. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.